Кость, лучшая команда в истории футбола? Барселона, Пепа Гвардиолы 2011 года. Потому что была сумасшедшая банда и очень ярко играла в финале Лиги Чемпионов против Манчестер Юнайтед. Я не знаю, можно ли играть лучше, если только Гвардиола и Сити этого сезона. Лучший футболист в истории этой игры? Я не застал Пеле, не застал практически Платини, потому что был совсем маленький, совсем чуть застал Марадону. А рос я и наслаждался игрой, конечно, Лионеля Месси. Ну, потому что человек поцелованный Богом, и ему даже, по-моему, тренироваться не надо было для того, чтобы выйти и одному всех обыграть. Матч, который бы взял и еще раз пересмотрел? Мне как-то запомнилось севильское дерби. Севилья-Бетис, когда 3-0 одна команда вела после первого тайма, а потом во втором другая отыгралась, сыграли 3-3.